На прошлой неделе губернатор Колесов собирал мэров всех муниципальных образований области. Ездил к губернатору и Павел Березовский. На повестке совещания у Николая Колесова вопросы стратегического развития Амурской области. На Шимановск у губернатора особые планы. Мы в первую очередь сегодня рассматриваем строительство жилья. Это надо делать. Почему? Потому что, значит, вот то, что сегодня восстанавливается, да, вот эти вот объекты, вот этот шестиэтажный дом, девятиэтажный дом, промежуток между ними, кирпичный, полк, значит, и планируем общежитие СМУ-25. Вот это все пытаемся быстро восстановить. И до 1 июня следующего года мы все это дело пустим под ключ, то есть сделаем. Далее, на следующий год мы планируем заложить еще два новых дома. Два, вообще просим четыре. У нас на это четыре дома, есть проекты. Пока проходят два, но мы выбиваем, чтобы, значит, было 25 тысяч жилья построено на следующий год. Это тоже серьезный вопрос. Возможно, в скором будущем наш город станет напрямую контактировать с Горинским месторождением, известным как рудник Покровский. Пока от губернатора пришли деньги на восстановление недостроенного жилья. Деньги немалые, 20 миллионов рублей. Это ровно четверть от обещанной губернатором суммы. Антон Сиротов, Леонид Косован. Специально для Шимановского телевидения.